Він пролунав для них так особливо перший раз в їхньому житті. Щоправда, деякі з них тільки згодом, подорослішавши, це зрозуміють та будуть згадувати цей день. У цьому новому навчальному році у школі під номером 93, що у Новобаварському районі, три класи першачків. Кожен з них разом з батьками готувалися до цього відповідального дня дуже ретельно. Утро почали дуже рано, з пішки. Все, бігом-бігом, чуть не опоздали. Ну, в принципі, все хорошо. Да? Утром проснувся, сразу сказав: мама, я хочу в школу, пошли, щоб ми не опоздали на перший урок. Які чувства внутрі? Я переживаю до сліз. Ну, переживаю, тільки в садик вийшли, вже в школу. Ти мене зараз до двойки ругати не будеш, говорити? Очень хотел в школу, ждал, не дождался, уже жду. Мама, когда в школу пойдем, когда в школу пойдем? И Надя Анатольевич, спасибо вам за большой, за район наш, который преобразился от А до Я полностью. Площадки детские, асфальт везде, школу сделали, ремонт. Все для детей, для города своего. Вы огромные молодцы, спасибо вам огромное. Начинается новый этап жизни. Ребенок повзрослел. Больше забот стало теперь. Будем учиться, писать, читать. Ну и надеюсь, у нас все получится. Это моя школа, я в ней училась. Ребенок идет и к моему первому руководителю. Поэтому как бы школа нравится. Условия хорошие, преподаватели достойные. Все хорошо будет. Мэру спасибо, он для школы делает много. У нас усовершенствованные классы, хорошие условия. Все условия для детей. Я не знаю, что школа лучше, но все равно она хорошая. Читать, писать уже умеешь? Да. До 10 или больше? До 100. У школы надо учиться. А чему учиться потребно? Математика. Я коли хочу стати доясним, я хочу стати пожежним. 93-я школа підійшла дуже креативно до свята першого дзвоника. Всі разом – батьки, школярі та їхні педагоги – танцюючи увійшли у новий навчальний рік. Come on. Listen to me. Я понял одно, что в вашей школе самые-самые-самые креативные родители. Точно? Ну, я передаю вам самые теплые, самые искренние поздравления от нашего мэра Геннадия Адольфовича Кернеса. Хочу пожелать нашим первоклассникам хорошо учиться, нашим выпускникам принять то единственное правильное решение, потому что у вас очень важный год, и вам нужно определяться. То правильное решение, которое вам позволит идти дальше, быть в жизни достойными харьковчанами и успешными людьми. Особые слова к вам, дорогие наши педагоги, учителя. Мы, родители, вверяем вам самое дорогое, что у нас есть, наших детей. И я уверен, что вы действительно воспитаете вместе с нами из них настоящих людей. Пролунав перший дзвоник для учнів 137-ї школи того ж Новобаварського району. В ній цього року лише один клас першачків. Всіх їх прийняли до дружньої шкільної родини, в якій всі вже скучили один за одним. Тож емоції б'ють через край. Просто я хотела увидеть друзей, потому что я так соскучилась, капец. Дорогие школьники, желаю вам всего доброго, счастья и здоровья. Чтобы вы хорошо учились. Геннадий Адольфович, передаю вам привет и вас тоже с 1 сентября. Очень хотелось, сильно хотелось в школу, дома сидеть скучно, неинтересно. Да. Общение тоже хотелось, видеть своих одноклассников, да. Учителей тоже. Потому что как-никак остался последний год уже, да. Поэтому хотелось со всеми пообщаться. Дорогие школьники, желаем вам, чтобы вы хорошо сдали ЗНО, также первым классом хорошо учиться, слушаться учителей и родителей. До нового навчального року у школі багато перетворень. Чого вартий тільки сучасний стадіон на подвір'ї? Його відкрили флешмобом та футбольним матчем. Ми по
подготовили подарки для наших детей. Они пришли в обновленные школы. Вы видите, какая школа вот сейчас 137-я красивая. Это обновленный фасад, капитальный ремонт кровли, ремонты кабинетов, холлов. Просто красота. Дети, когда пришли, очень радовались и говорили, что мы не узнаем свою родную школу. Сегодня все первоклассники получили подарки от Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса. Очень рады все, очень соскучились. Мы за детьми соскучились тоже. Поэтому поздравляю всех с началом учебного года. Ігор Безкровний та Ярослав Конуненко. Харківські звістя.